Книга «Открытым оком», 9-й том, тема «Потеряевка», вопрос 2219. Как удержать детей в Потеряевке, чтобы после учебы в институте или в училище у них было бы желание вернуться в Потеряевку жить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Об этом нужно думать сегодня, приучать к труду, рано вставать и показать преимущества жизни в деревне, чтобы они города боялись, страшились развратиться там. Им институты и не нужны, быть может, здесь одни верующие. Но если дети не поняли этого, их и держать незачем, чтобы не превратить православное поселение в еще одну точку пьянства, разврата и воровства. Приучите их к тому, чтобы они тосковали о деревне, боялись покинуть ее. Лука 15:18. «Стану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Жития святых полны примеров, когда дети развращались в городе и погибали. Есть прекрасные проповеди Иоанна Златоуста к селянам о преимуществах жизни в деревне. Вот таких примеров, вот на таких примерах и воспитывайте своих чад». Сирахов 34:28. «Употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности, ибо праздность научила многому худому». «Сын подрастает, явный хулиган, и пакостник такой вокруг не заскучает ни где-то, а в семье у крестьян. Куда везти его? В Дивеево и в монастырь Почаев. Растет подобие чудовища, отродье, накачивает мускулы, пустеет голова. Родители хорошие, наказывают вроде. В дому не заводились похабные слова, ублюдок, столько зла за ним перечисляли. Он втягивает в душу отборнейшее зло, какими дроковыми жаркими углями сам Иегова сокрушит жезлом. Не пропустили, опоздали малость, грех незатейливый воспринимая в шутку. Ходил ребенок в храм, что приключилось, сталось, теперь же не заглянет с нами на минутку. Где он ночует, как проводит время, кто сотоварищи его разбойных дел, по сорнякам в болоте сеет семя, по малолетству дважды отсидел. Всем наяву не тяжкий сон приснился, пытались мы воспитывать без розги и ремня. Слезой он не мочил своих ланит ресницы, и глаза теперь на мокром у матери, меня. Стыд непролазный, срам, выходит я подельник, всех всех беспутных дел от чрез моих отростки. Тяжелое похмелье не в первый понедельник, упрямому тельцу не сокрушали кости. Мой сын загадил пруд, соседу окна выбил, с ногами грязными забрался на скамейку, допрашивал, молчит, замкнулся, словно рыба. Закон мирской гласит: пороть таких не смейте. Теперь его лупсуют в милиции не в суе, жалеет, что родители не драли по любви. Замоторевший грех вошел в сажень косую, непокоривых, буйных сам Бог велел убить. 29 июня 2004 года. Игнатий Лапкин.